чисто политическими. К чему нас сегодня призывали? Надо понизить с 60 тысяч рублей до 30. Подоходного налога физических лиц. На сегодня это есть, но 25% остается в центре, а 70%... Я хочу лишь заявить, что правительство берет на себя ответственность за исполнение предложенного бюджета. И это очень трудная ответственность, потому что труден сам документ. Он составлен буквально на грани возможного. В бездефицитном бюджете, может быть... Это очень трудно, но мы должны все понять, что в этой позиции мы должны быть едины. Наша фракция готова поддержать правительство, но это голосование не экономическое, это голосование политическое. Мы понимаем, что лишь три ветви власти, сложив свои усилия, в состоянии уберечь страну и вывести ее из очень трудного положения. Мы поддержим этот плохой бюджет, но доверие должно быть оправдано. Покажите результат. Спасибо, уважаемые коллеги, постановление принято. Завтра заседание в 10 часов утра. Евгений Васильевич, кто у нас есть компромиссы? Чипом интересно. Мы очень удовлетворены тем, что преобладающим большинством Дума приняла в первом чтении бюджет. Бюджет жесткий, бюджет тяжелый, но это вызвано обстоятельствами, в которых он формировался.